Всем добрый вечер. Как ваши дела? У меня замечательно. Вот, как вы знаете, мы очень любим шопиться, заказывать продукцию с маркетплейсов. Раньше я всегда заказывала с AliExpress, с Каспи заказывала, с Wildberries, Озон. Но я сейчас также и пользуюсь этими маркетплейсами. Нашли мы новое направление. Это Pinduoduo, китайские сайты, Taobao 1688. Но пока мы остановились на Pinduoduo, Taobao я сейчас обучаюсь, изучаю. Сегодня я уже заехала, узнала, как адрес добавить. Вот мне девушка уже подсказала. Вчера я зарегистрировала Alipay, уже карточку уже поставила, зарегистрировала Taobao. В следующий раз я буду вам показывать мои покупочки уже с Taobao. Но сейчас я заказала с Пиндоудо. Я заказывала не с одного раза, заказывала постоянно, каждый день какие-то акции, бывает, нарвусь на какие-нибудь скидочки. Вот. И поэтому сегодня хочу вам сделать обзор покупок моих в течение, ну, наверное, месяца, наверное, каждую неделю они мне приходили какая-то часть. Вот, какие-то еще покупочки идут. Тоже обзор сделаю в следующий раз. Так, в первую очередь, почему я хотела заказать именно с Китая? Потому что то, что у нас продается, это, конечно же, все производство Китая. И я решила, если здесь у нас продается все втридорого, вдвадорого, почему бы мне не попробовать? Поэтому для начала я заказала костюм для Саши. Вот такой вот салатовый. Видите, здесь у нас такая вот верхняя часть. Такая вот. И к нему идут вот такие вот штанишечки. Вот. Смотрится, кстати, очень даже неплохо. Очень хорошо смотрится. Сашке очень, кстати, нравится. И сейчас я буду вам говорить цену. Этот костюм салатовый вышел 40 юань. Это примерно 2760 тенге. А вот в долларах я, в принципе, буду вам указывать. Вот, а потом сравните, где дешевле у вас в городе. Или лучше заказывать в Китае, да. Доставка у меня вышла за... Получается, за вот эту вот вещь 900 тенге. 900 тенге, значит, мне этот костюм вышел 3660 тенге. Так, следующий костюм тоже Саше я заказывала. Так, это у нас костюм с полосками. Это вот этот бирюзовый костюм. Потому что мы когда ездили, я именно теплые костюмы, подходящие, чтобы нам понравилось, такого, ну, не находила за границей. Футболок полно, а именно с костюмами проблема. Вот такой вот костюмчик, вот смотрите. Вот, это у нас вот ветровка. И вот такие штанишки. Давайте я вам даже вот так покажу, что вы видели. Вот так выглядит. Вот такой вот костюм. Фото я приложу, как детишки в этом костюмчике. Очень так смотрится симпатично. Вот, смотрите. Так, и этот костюм мне вышел с полосками 50 юань. То есть тот костюм у меня салаты вышел 40 юань, а этот 50 юань. То есть 3450 тенге и доставка около 1000 тенге. Значит, этот костюм мне вышел 4435 тенге. Я специально все записываю, сумму, что доставка, сколько у меня вышло, вот, сколько вес. Ну, интересно, да, анализировать. Заказала чехол для чемодана. Наш чемодан, наши чехлы уже истрепались. Я заказала чехольчик, но я не ждала такой классный чехол. Смотрите, здесь есть не только замочек, а еще вот такая вот застежка, видите, резинка. Такое классное качество. Смотрите, какой он толстенький. Смотрите. Обычно я чехлы заказываю, знаете, они все тонкие идут. Вот чехол я заказала на Озоне. Буквально 2 месяца нашего, 3 месяца, да? Ну, не 3 месяца. Ну, получается, с начала года мы заказывали. Вот, видите, он такой тоненький. Вот. И вот смотрите, что с ним стало. Вот так. Туда-сюда. Потому что чехол совсем тоненький. Видите? Вот все, ободрали. А этот чехольчик, он прям мне он нравится. Он, смотрите, какой толстый, плотный. Очень классный такой чехол. Прям рекомендую вот именно чехлы. Вот.
такие, маме посылку тоже скинула. Классный чехол, travel. Размер, кстати, небольшой для самого маленького чемодана. Стоимость этого чехла мне вышла 25 юаней, около 25 юаней. И вышло где-то 1763 тенге. И доставка около 500 тенге. Вот что-то я это не зафиксировал, но примерно так. Мне чехол вышел где-то 2200 тенге. Ну, это совсем недорого. Те чехлы я заказывала в Озоне или в Вайлдберрис 3500 или 4000 тенге. Сашке заказала еще один костюм, уже оранжевый цветом, чтобы было для разнообразия. Вот такой вот костюмчик. Сегодня он его одевал. На английский язык мы ходим. Вот такой вот костюм. Это получается у нас ветровочка. А вот это у нас вот брючки. Вот так вот. Вот так перед брючек. Вот так перед брючек. И вот, вот так. Тоже интересно такое смотрится для разнообразия, чтобы у него было и салатовый, зеленый, или оранжевый. Вот. Такой у меня вышел у меня костюм. 3300 тенге и доставка 1160. Вышло тоже 4500. Вот этот костюм 4500. Следующее у меня, я видео уже снимала, сейчас я вставлю. Я получила постельное белье. Постельное белье, кстати, очень хорошего качества. Я посмотрела, материал называется мытый хлопок. Никогда я еще не использовала постельное белье именно из мытого хлопка. Мне было интересно, что это такое понять. Когда я его получила, там такая приличная упаковочка была, такой толстый. Женька еще посмотрела, говорит, что-то, по-моему, на нем неудобно будет спать. И знаете, такая ткань плотноватая. Вот сейчас она у меня находится, имеется в виду вот здесь она. Я не знаю, видно, не видно будет. Она прям ткань, знаете, прям плотноватая. Снизу я еще заказала чехол на это. Вот, прям плотная, хорошая ткань. Доставка вышла дорогая, потому что, ну, постельное белье, конечно же, очень много весит. Ну, я хотела постельное получить с Китая. Значит, мне вот этот мой фиолетовый постельное белье мое вышло 2000 тенге. Доставка дороже в полтора раза, 3200 тенге. И мне вот этот набор, комплект постельного белья, пододеяльник, простыня и две наволочки на 1,60 м на 2 м у меня кровать, вышло 5200 тенге. Вот. Затем я заказала очень много пакетиков для клиентов. Пакетики заказывала разные. По 100, по 50 штук. Потому что, ну, в Китае, конечно, полно пластика, поэтому для клиентов, чтобы клиентам было приятно. Вот, заказала такие вот разные пакеты для своих клиентов. Такие пакеты. И вот такие еще бирюзовые пакетики. Они мне очень нравятся. 50 штук. Я их храню, буду на Новый год дарить. Потому что в Китае пока нету новогодних пакетиков. Ну, по крайней мере, когда я заказывала, их еще не было. Вот такие вот у меня пакетики. Короче, с доставкой все вместе я посчитала. Выходит у меня один пакетик 13 тенге. Но это хорошая цена. У нас такие пакетики оптом по 30 тенге. Представьте, оптом по 30 тенге. Размер такие средние, нормальные. Вот такой прям размер хороший. Вот. И клиентам приятно, и недорого. Еще заказала совсем маленькие пакетики, если кто-то заказывает у меня там одну тушь или помаду. Вот такие вот как бы черные для мужчин. И для женщин вот такие вот желтенькие. Тоже здесь по 50 штук. Цена уже не помню, но выходит один пакетик, своя цена с доставкой по 8 тенге. В принципе, ну, думаю, что это неплохо. Смотрите, у нас получается есть газ-плита, которая раньше у нас работал электроподжиг. И со временем он, электроподжиг, перестал работать. Ну, вышел из строя. Мы и так, он прям не держал у нас, мы даже и спичками зажигал, он нас вообще не держал. Мы поменяли плиту с электроподжигом, и когда Женька ее устанавливал, что-то ее уронил, представьте, хотя до этого она работала, бац, и электроподжиг перестал работать. Вот так, теперь мы спичками мучились, потом я покупала зажигалку такую, которая на бензине, но на сайте
Пиндоудо я нашла, и, кстати, и в Каспи тоже есть, и в Озоне, и в Wildberries. Они стоят где-то 1500 тенге, ну, 1500-2000 тенге. Я на Пиндоудо и взяла вообще так дешево по акции. У меня вышло, Пиндоудо такое бывает, когда вы выходите, заходите туда, и там бывают такие классные акции, раз вам дают 5 юаней акцию. Так, электрозажигалка я взяла за 235 тенге, 170 доставка, и эта зажигалка вышла 435 тенге. Представьте, такая она классная. Вот смотрите, вот так зажигается, вот так зажигается. Видите? Заряжается электричеством через зарядку обычной Type-C, по-моему, да, обычная вот она. И вот таким вот образом подносите. А, это я выключила, да? А, все, она уже, надо сейчас ее зарядить. Сейчас я ее заряжу. Вот так мы включаем. И вот, видите, да? И классная она. И сразу зажигается ваш газ. Поэтому я рекомендую вот такую электрозажигалку, она классненькая. Кстати, батарейка садится, надо ее обязательно зарядить. Так, дальше. Ну как же с Китая заказать коралки не заказать. Мои коралки уже износились после Филиппин, после их кораллов остров, после вот этих Индонезии, где я не была только в этом году. Вот, решила заказать себе коралки. И тоже я их купила по акции. Быстро-быстро я так посмотрела, вроде бы там толстая подошва. Но обманулась, лоханулась. А мне пришли вот такие вот коралки. Размер-то подошел, но они тоненькие, тоненькие, только дома носить. Но они мне вышли совсем недорого. 360 тенге, 170 доставка, я заплатила за них 530 тенге. Ну, буду дома носить. Вот, я дома только в носках хожу. Вот, поэтому пойдет, будем носить. Так, дальше. Как в Китае не заказать роллы? Роллы, конечно, мы все уже поели роллы. Те, которые были вкусненькие, я их, кстати, второй раз заказала. Я сейчас вам скрин это покажу. Такие вкусные роллы. Оказывается, когда вы заказываете роллы, будьте внимательны. Роллы бывают жареные и бывают не жареные. Бывают просто пареные. И одни из не жареных пареных заказала вот эти. Они ужасные на вкус. Смотрите, я сейчас вам их покажу. Никто не может есть. Такое ощущение, как будто бумага. Их столько много здесь штук. Ну, только, наверное, если их обжарить. Вот не знаю, наверное, в следующий раз я их обжарю. Но они такие жесткие. Смотрите, даже цвет, смотрите, какой. Ой, пахнет-то капустой, но она такое ощущение, как будто это бумага. А вот другие роллы я их заказала. Они такие вкусные. Они жареные. И я потом, когда уже подробнее начала смотреть, да, они прям пишут. Жареные, а вот эти не жареные, это просто роллы. Поэтому, если захотите что-то заказывать, обязательно будьте внимательны, жареные. Вот эти вот мне роллы вышли, вот эти, 1360. Но здесь, знаете, сколько много листов? 1360, но здесь, блин, здесь я не знаю, ну, листов, наверное, 500 грамм, 84 грамма. Короче, много здесь листов, потому что мы его, ну, листов 20 точно есть, много здесь. А те другие роллы, которые нам понравились, которые мы уже съели. Ну, короче, я не помню, сколько они стоят. Туда-сюда с доставкой выходит вот такая маленькая пачечка. 61 тенге выходит. Очень вкусно. У нас такие фикс-прайсы по 300 тенге в других магазинах. Но они чуть-чуть побольше, но они не такие вкусные. Потому что я взяла для пробы сравнить те, которые с фикс-прайсом. Морская капуста называется, нори бывает называется. Они не такие все равно вкусные, как вот эти роллы. Я прям их... Мне они так нравятся. Мы прям берем с рисом, с красной рыбой. Прям... Я прям рада, что у меня сын любит полезные продукты. То есть вот эти нори. Я сейчас еще заказала много, штук 60, наверное, этих пачек. И потом я по акции попала еще другие, заказала другого вида попробовать. Потом я вам обязательно это покажу. Так как я очень люблю дарить подарки, вообще не знаю, я так люблю дарить подарки всем.
Я раньше дарила всегда своим клиентам от Avon. Когда занималась салонами красоты, я каждый праздник дарила своим клиентам. Они вытаскивали лотерейку, ну, беспроигрышная такая акция была. То есть они обслужились, например, на 5000 тенге и вытаскивают лотерейку, и там написано, какой подарок. Это может быть крем для рук или гель для душа, что-то от Avon. Может быть, какая-то бижутерия или лак для ногтей. И клиентам очень нравилось. Обычно делала акции там на Новый год, на 8 марта, ну, на такие вот крупные. Иногда бывает на день учителя, вот. А в этот раз, так как у меня продукция Avon уже, ну, как сказать, заканчивается, потому что у меня распродажа была, я уже много чего распродала, а клиентам дарить-то надо, поэтому я не могу дарить им то, что подороже. Вот, поэтому я лучше заказала такие недорогие кремушки, смотрите. Они такие приятненькие, маленькие такие. Половину я уже, конечно, забрала на работу. 20 штук вот такой набор. Разные кремчики для рук. Такие хорошенькие. А, таких 20 штучек. Сейчас я скажу. Вот. Я их получила, купила за 1125 тенге. Почему-то я не написала, сколько они в юане. Ну, 1125 тенге, если в юане хотите, разделите там на 70, да, грубо говоря. 1273 у нас доставка, то есть вышло 2420 штук. Одна штука выходит 120 тенге, да? Мелочь. Подарок такой подарить, например, купил у меня клиентам на 5000 тенге. Я ему дарю крем для рук. Приятно же, да? А вот другие, кстати, я знаю, у меня вот клиентка недавно, я ей подарила, она была в шоке. Она говорит, я в жизни, говорит, ну она уже взрослая женщина, в жизни, говорит, когда я сколько покупаю, мне никогда никаких подарков не было. Очень приятно сделать полезное и приятное людям, да? Вот, поэтому я так люблю радовать, я так люблю дарить подарки. Мне бы только дай повод кому-нибудь что-нибудь подарить. Так, носки теплые я себе заказала. 10 штук. Я думаю, наверное, это вот эти. Я даже не знаю, 10 штук. Это вот эти, по-моему. Ага. Вот такие. Одни я уже, по-моему, уже одела. Так, это вот такие. 5 штук. И, по-моему, вот такие. Вот они тепленькие, смотрите. Ну, я люблю яркие цвета, как без этого. Вот так. 10 пар, да? Вот такие носки 10 пар мне вышло за 1650 тенге. Доставка 820. И вышло у меня 2470 тенге. То есть одна пара у меня носков на 247 тенге. Вот. Потом еще заказала носки. Так, те уже носки были уже другие. Вот такие вот носочки. Уже потоньше. 10 пар у меня. По две пары каждого цвета. Например, фиолетовые две пары. Зелененькие две пары. Бежевые, синие и коралловые. Такие 10 пар по две пары здесь выходят, да? Значит, я их купила, эти носки. 780 тенге, доставка 410. И у меня они вышли всего лишь 1190 тенге. Вот такие одни штучки, 120 тенге. Представьте, они хорошего качества, кстати. Видите, прям хэбэшные. Они мне очень понравились. Буду носить. Сейчас я их не ношу, я сейчас тепленькие ношу. Ну, эти тоже можно под кроссовки, если одевать. Классно, вообще 120 тенге, это вообще как-то так дешево мне вышло, да? Почему-то мне вышло постельное за 3000 тенге. До этого постельное вышло 2000 тенге, а доставка 3000, да, 3200. А это наоборот. Но здесь она намного меньше идет, тоньше. Это тоже хлопок, но вот такой хлопок, который у нас продается, тонкий. Нормальный хлопок обычный. Не мытый, не толстый хлопок. Тоже взяла вот такие. Вот такой вот расцветочка такая классненькая. Love написано. Ну, люблю сиреневый цвет. Вообще, сейчас нужно уже переходить чисто на белые простыни. Ну, почему-то я люблю такие яркие цвета. Не знаю. Не могу я просто чисто белые. Будет скучно. Поэтому мне нужно обязательно какой-нибудь цветочек был. Вот это у меня постельное. Вышло 3000 тенге. Доставка 2200, так как легче. И по сумме то же самое, как то. Видите, в чем дело? Поэтому я думаю, если с этих двух сравнивать постельных, то мне больше нравится. На нем прям так спать классно, прям, знаете, удобно. На этом я еще не спала. Не знаю, как будет. Еще, знаете, заказала постельное для Саши. А в Китае, когда вы будете заказывать Пиндоодо, часто бывает,
Я подумала сначала, что я заказала комплект. Вроде быстро-быстро перевела, не изучила, что-то нарвалась на акцию там. И заказала, оказывается, не комплект постельного, а просто сначала пододеяльник, представьте. Когда он мне пришел, я думала, что такое? Пододеяльник пришел. Оказывается, я потом посмотрела, это я виновата, что я нормально не посмотрела. Я получила эту просто пододеяльник Сашки. За 750 тенге у меня был, доставка 750, вышло 1500 тенге. Сейчас я вам покажу его. Очень такой симпатичный пододеяльник. Вот так. Но получается по качеству он идет то, как вот мой второе постельное белье. Вот такой вот рисуночек у нас. Смотрите. Self. Что там написано? Love yourself. Такой вот пацанячий рисуночек, желтый, серый. Вот, 1500 тенге вышел этот пододеяльник. И что делать? К нему же надо, чтобы комплект был. Я поискала на сайте, слава богу, там было простынка и две наволочки. И я, конечно, уже через 2-3 недельки получила уже ему простынку. Вот такую. Ну, вот простынка идет на его кровать. У него кровать 1,20 м. Как раз вот я взяла, чтобы хорошо его завертывать, да? Ну и, конечно же, наволочки. Ну, наволочки такие же, в принципе. Две, кстати, наволочки здесь. Вот. Yourself. Ага, такие две наволочки. Простынь вышла 1042 тенге, 713 доставка, 1755. И если считать вместе с пододеяльником, весь комплект вышел с доставкой 3200 тенге. Я считаю, что очень недорого и хорошее качество, потому что я покупала на базаре здесь за 3000 тенге Женьки постельное белье. Она совсем такое тонковатое. Я заказывала на Каспи пару раз. Один раз вроде пришло хорошее качество. Второй раз у них закончилось. Я заказывала уже у другого продавца. Там совсем такое тонкое, как тряпочка. Один раз попользовались, короче, выкинули. А вот это прям качество, знаете, оно лучше, чем те, намного лучше, чем те, которые я заказывала в Каспи. Вот, поэтому надо еще, кстати, когда вы заказываете Пиндоудо, обязательно нужно читать отзывы с фото, живые отзывы и где именно больше количество продаж. Женька захотел себе заказать футболки. Я ему заказала эти футболки, они пришли. Три штуки, взяла размер 3XL. Вот, вторая, и вот третья на мне, видите? Вот. Но Женьке они маловатые, поэтому пришлось мне взять. И мне, кстати, они чуть-чуть даже большеватые. Смотрите, где плечо, вот мое плечо. И вот даже ниже. Они мне даже большеватые, большие. Ну, в принципе, можно носить. Вот так они выглядят. Вот так футболочка выглядит. И мне вот эти футболки вышли 39,5 юаней. Вот эти три футболки. Это выходит 3000 тенге и доставка 1142. Выходит 4100 за три футболки. Если 4100 за три футболки, это примерно по 1350 одна футболка. Но качество, кстати, хорошее качество. Оно ХБ, но просто по размеру Женьке не подошло. Вот. Поэтому я ему заказала повторно уже побольше размер, уже 4XL. А вообще, обычно я себе, если заказываю с Пиндодо, сейчас я вам буду говорить, рассказывать костюмы, показывать, я там себе заказывала 2XL костюмы. 2XL мне, в принципе, нормально подошли. Вот. Дальше хотела рассказать о том, что Сашке надо было покупать куртку. И вот сзади вы видите, да, смотрите, какая красивая, серебристая. Он сначала не хотел. Он говорит, нет. И Женька говорит, зачем тебе девчачий такой? Я говорю, как девчачий? Она же такой цвет, такой классный. Такой цвет трендовый, да, смотрите, какая красота. Я бы сама с удовольствием ее носила, если бы я нашла такой. Но именно вот такую, без ничего. Я на Пиндоудо смотрю, у них с каким-то задняя часть ниже, какие-то балахонистые. А вот это такая классная, красивая куртка. Смотрите, я прям Саше завидую. Обалденное качество. Я прям обожаю этот серебристый цвет. Смотрите, какая красивая, такая теплая. Сначала Сашке было неудобно ее одевать, сейчас он уже ее носит. Говорит, мама,
Я слишком яркий, на меня обращают внимание. Он такой у меня скромный сыночек. Я говорю, ты что, это ж так красиво. Вот. И вот такая вот серебристая куртка 109 юаней стоит. Вот, 7500 тенге. Доставка 1325 вышла. И я заплатила за эту куртку 8825. Но у нас такую классную куртку, модную, современную, вообще в магазинах не найдете. И еще я ему купила вот такие вот. Классная такая обувь. Смотрите, Боб Дог. Тоже он носит. Хорошенькие, тепленькие. Правда, в школу он один раз одел, ему запретили. Говорят, чисто классический черный цвет. Но я потом ему заказала, еще они еще не пришли, только идут. Черненькие уже, я потом вам покажу. А вот эти вот такие вот классные. Но он носит на курсы их. Вот такие у нас ботиночки. И вышли они 65 юань, это 4485 тенге, доставка 1275, и вышли эти кроссовки, ботинки, 5760 тенге. Вы знаете, я недавно ходила у нас в магазин в март, зашла в Детский мир, прям так называется у нас магазин Детский мир. Вот, я увидела там такие цены дешевые, по 1000 тенге, всякие целая куча штанов. Вот эти, кстати, вот типа таких обуви у них там дорогой. По 15 тысяч тенге, там по 13, по 20 тысяч тенге. Да. Набрала, вы знаете, я там, знаете, 2 часа, пока они там кушали, ребенком покупали бургеры, я это все это время я набирала. Костюмы, штанов, там вообще так дешево выходили. Штанишки по 1000 тенге, верхняя часть там 1500 тенге. Пошла на кассу! А у меня тут облом. Я сначала не поняла, почему сумма трех вещей вышла 10 тысяч тенге. Ну, больше, чем 10 тысяч. Я там, знаете, набрала столько вещей. А оказывается, дело в том, что это было все цены в рублях. Как может быть в Казахстане цены в рублях? Я не знаю. Вот так, наверное, замануха, что ли. Люди приходят на кассу, покупают вещь, наверное. Потом они говорят, что это не 1000 тенге, это 1000 рублей, а на наши это где-то 5000 тенге. Ну, конечно, это невыгодно вообще, это невыгодно. Но зачем? Почему они находятся в Казахстане? Почему они ценники не исправили на казахстанский? Вот, и вот облом такой был. Я говорю, я тогда ничего не буду брать. Зачем мне это все надо? Я думала, все со скидкой. Короче, вот так. Обломалась мне халява. И вот, поэтому лучше Пиндоудо. Для детей Пиндоудо можно заказывать. Вот. И костюм Женьки я купила, я буду вам выставлять. Я не знаю, видео я его снимала или нет. Там получилась у нас троечка. Черный костюм, ветровка, штанишки и внутри получается такая кофточка, да? Ему вышел этот костюм 8175 тенге, доставка около 2000. Вышел костюм на 10 тысяч. Вот. Мне костюм, тоже я вам видео сейчас вставлю, вот Женька мне снимал, мне костюм вышел, я заказывала его, сейчас я прям даже его покажу лучше, вот такое, мне он в принципе понравился, вот такой вот костюм, смотрите, вот такая вот кофточка, люблю прям, знаете, вот такую ткань. Как холодок. Вот эта ткань такая же. Смотрите. 6611 тенге. Доставка 1390. Мне этот костюм вышел 8000 тенге. Вы знаете, у нас такой костюм не найдете. Я бы пошла на базар сравнить цены. Сколько в среднем стоит костюм? От 13 тысяч до 28. Теплые уже двойки, тройки стоят уже 28 тысяч. Это у нас таразе такие цены на базаре. Вот так. А здесь вот такой вот костюм, и даже мне цвет понравился здесь, видите, там. У нас в Таразе же не найдете еще подходящего цвета. Ну вот не будет вот такого костюма. А этот я вот долго искала, как в магазине, и то, прям смотрите, даже расцветка такая шикарная. Прям. Они, кстати, мне так подошли, они мне так нравятся. Такие теплые, смотрите, внутри. Какой начес. Я их как одела, блин, они такие классненькие. Взяла размер 2XL. Мне они подошли. Угу. Они мне подошли, этот размер. Вот такие вот классненькие леггинсы. Мне они вышли всего лишь 1350 тенге стоят они. Вот.
Значит, доставка 686 тенге, и они мне вышли 2000 тенге. У нас такие, я спрашивала, у нас девчонки там торгуют, такие леггинсы будут около 5000 стоить, 4500, 5000. Взяла за 2000 тенге. Так, чехол себе на кровать взяла. Я вам примерно вот так покажу. Вот, смотрите. Вот, видите, чехол. Ну, там не было такого 160. Было 150 или было 2 метра. Я думала, чем больше взять, лучше взять меньше. И взяла его, кстати, он такой дороговатый, 2800, но он такой плотненький. Вот, и доставка 1380, этот чехол мне вышел за 4180 тенге. Вот так, 4180 тенге мне вышел этот чехол на кровать. Кстати, на нем удобно так, простыня не елозит. А то до этого я не ложила другое покрывало, но прям у меня моя простыня моя елозила постоянно. А здесь прям, знаете, классно прям лежит, так удобно. Так, крема я сказала, носки теплые сказала. Так, розовую косметичку. Ну, я решила попробовать взять розовую косметичку. Вот такая у меня розовая косметичка. Всего лишь 5,5 юаня. Вот. Вот такая бархатная, симпатичная. Она мне вышла 5,5 юаня. 400 тенге, доставка 170, вышло 573 тенге, такая косметичка. Дальше. Папе мы, Женьке, заказали трусики. Трусики. Вот. Но немножко с размером не подугадали, они ему маловаты. Поэтому трусики мы оставляем Владику. Когда Владика уже увидим, тогда мы его передадим. Вот такие вот 4 штуки трусиков вышло. Купила за 814 тенге, 343 тенге доставка. Вышли они 1200 тенге, и каждая выходит 230 тенге, да? Хотя у нас, кстати, качество оно очень даже неплохое. Тянется такие хорошие они. Видите, как стрейч идет. Не ХБ, но такое хорошее. А может быть, такое ХБ даже стрейч, кто знает. Ну, короче, нормальные трусы 230 тенге. У нас вообще трусы стоят по 500 тенге. Так, следующее. Карандаши для губ еще я заказала. Тоже в подарки дарить, но у меня здесь нету. Я вам вставку поставлю. Тоже выходит примерно одна штучка у меня карандаши для губ. Но это как карандаш-помада. Классно, я сама ею пользуюсь. Карандаш-помада. Вот так контуром подчеркиваете. И потом любую помаду вы наносите. Там была упаковка 12 штук. Заказала за 770 тенге. 252 тенге доставка. Вышла мне эти 12 штук за 1000 тенге. Каждая примерно 85 тенге. Да? Мелочь, но приятно. То есть клиент у меня уже будет выбирать. Вам крем для рук или помада блеск? Я еще заказала подводки. Но подводки еще не пришли. Тоже думала дарить клиентам. Крючочечки. Очень удобные. Вот такие вот 10 штук. На клеевой основе. Мы уже, кстати, воспользовались ими. Так как у нас слишком много одежды зимней. Мы его в прихожке поклеили. Такие вот крючочки вышли у меня 66 тенге, 170 доставка, 224 тенге за вот эту всю упаковочку. Вот так вот. Потом другие я кремчики еще заказала. Но вот эти кремчики у меня немножко подороже вышли. Здесь уже другие, но здесь уже упаковочка вот такая прям симпатичная. Те как-то без упаковки. А здесь вот такие вот кремчики симпатичные. Они чуть подороже мне вышли. А вот такие они. Видите? Такие вот кремчики. Тоже для рук. 30 миллиграмм, кстати, эти кремчики. Тоже клиентам дарить, если те закончатся. Выходит один каждый кремчик 228 тенге. Также я заказала себе розовый костюм. Тоже я сейчас вам его покажу. Но хотя он теплый и на вид смотрится неплохо, знаете, ну, немножко смутило качество здесь. Вот смотрите. Качество, вот смотрите, такое, я не могу понять. Но оно, значит, внутри прям такое неплохое. Вот. А вот сверху, вот, ну, немножко вот чуть-чуть неприятно. Ну, то, что сверху. У меня цепляется у меня мои. Кожа моя цепляется. Короче, это у меня верх, и вот внизу штанишки. Вот такие штанишечки.
Размер заказала тоже 2XL. Вот. Love Smile, да? Написано. И вот такой розовый костюм 36 юаней был. Ну, совсем, да, недорого, думаю. Думаю, ай, для разнообразия куплю себе розовый костюм носить. 2700 тенге он мне вышел. Доставка 1245. Этот костюм мне вышел всего лишь 4000 тенге. Ну, для разнообразия можно, да, чтобы в одном и том же не ходить. Трусы я заказала себе. Ну, трусики. Кстати, в размер мне подошел, даже чуть большеватый. Можно было меньше взять. Такие вот трусики. Здесь 7 штучек. Я взяла 12,5 юаней. Это 12,5 юаней. Доставка 430 тенге. Вышло за 7 штук 1360. А одни трусики 200 тенге. Вот. Шапочки. Хотела вам показать шапочки. Вот есть же такие шапочки. Они у меня не здесь, они у меня там на кухне. Вот такие вот шапочки. Я там по акции заказала 10 штук. Там было написано 10 штук. И там вышло 0,3 юаня. Что-то так на акцию нарвалась. 0,3 юаня. Это вообще... Я хотела заказать там что-то было по 0,1 юаню. По-моему, подводка, что ли. И у меня оплата не проходила. Ну, 0,1 юань. Это 0,1... Если 1 юань примерно 70 тенге. 0,1 юань. Это 7 тенге. И она мне не проходила оплата. А я решила за 0,3 юаня заказать. 0,3 юаня у меня прошло. Так, эти шапочки у меня вышло, значит, 0,3 юаня. Вот. 10 штучек. Доставка 175 тенге. И вышло у меня 200 тенге. Все равно сейчас все-таки вам принесу, покажу. И когда я получила эту упаковку, я была в шоке. Здесь не 10 штук. Здесь аж 50 аж штук. Вот, видите? 50 штук. То есть на халяву 50 штук я получила всего лишь за 200... Сколько там я уже вам говорила, уже забыла. 200 тенге. Представьте. Очень удобные такие шапочки. Ну, их использовать надо для посуды. И закрывать вот так посуду. Вот так. Оп. Чик. На посуду. Ну, это совсем так дешево. За 200 тенге целая упаковка. Пришла на халяву мне. Так. Дальше. Сашки трусики тоже я заказала. Ну, вторая партия еще не пришла. Сейчас вам покажу вот первую партию. Вот такие вот классные трусики. Одни он уже одел. Очень хорошего качества. Я прям рекомендую Скуби. Вот эти Снупи. Прям разные. Одни, правда, она почему-то маленькие положила. Не знаю почему. Смотрите, они как отличаются. Вот этот синенький, они маленькие. А вот эти прям огромные. Может, специально как бы по размерам, что ли. Вот. И вот такие вот 4 штуки трусов. Мне вышло 16 юаней. Доставка 342 тенге. Вышло все это вместе. 4 штучки 1542 тенге. Каждая 385. Вот. Ну, трусики, думаю, что можно было. И вчера в Айкики ходили. В Айкики тоже можно было взять где-то за 4, за 500 тенге. В принципе... По трусам, если вы на акцию не нарвались, можно купить и на Вайкики. Я смотрела по фото. Вставлю вам это фото. По фото был нарисован нормальный черный и серый. И размер, я подумала, взяла самый маленький. Написано 50-ка. И там дальше больше. Я почему-то думала, как взрослые надо мерить. 50-ка разделить на 2, будет 25. Короче, я думала, что я Сашке заказываю. Когда они мне пришли, я была в шоке. Они пришли на Женьку в пору. И они пришли не серые, а черные, а какие-то синие и голубые. Но Женька их померил, говорит, классные. Ну, они действительно, они тепленькие, такие хорошие. Они. Женька их сейчас носит и радуется, да? Вот. Ну, и Женьке заказала вот такой вот пододеяльник. Тоже пока пододеяльник заказала. Здесь крон, но к нему я пока не могу найти простыню. Если найду подходящую, я ему закажу. Но ему самое главное под одеяльник. Вот такой вот король будет спать. Кстати, я вам не сказала эти леггинсы. Сейчас скажу, сколько стоят эти леггинсы. Так, не леггинсы, а коллекционные. 960 тенге вышло 2 штуки. Доставка 1211 тенге. И вышли они за 2 штуки 2170 тенге. А вот это у меня под одеяльник вышел 1370 тенге. То есть оно стоило 8 юаней. 780 доставка и 1370 тенге они вышли. Да? А, самое главное. Хотела вам показать. Смотрите, какая красота. Я решила
их заказать. Не знаю я. Такая красота, мне так нравится. Она такая небольшая, знаете, буквально, если вот так 10 сантиметров, буквально 15 сантиметров. Высота вот такая роза. И вот так она светится, смотрите. Обалденная красота. Ну, просто она такая миленькая, мне так она понравилась. И вот такая вот розочка вышла 5 юаней, это 374 тенге. 246 тенге доставка, 620 тенге вот эта розочка. Такие бывают, кстати, разные цвета. Фиолетовый, розовый, красный. Но в этот раз я взяла именно такой вот прозрачный цвет. Хотела посмотреть. Очень красиво. В новогоднюю ночь можно зажигать. Красиво, думаю, будет. Вот, смотрите, она белая, а с подсветкой она как будто голубая, да? Вот. Вот такие, значит, покупочки у нас на сегодня. До этого, конечно, у меня много еще покупочек еще меня ожидает. Кстати, доставка приходит, знаете, доставка приходит буквально, ну, 2 недели, можно так сказать. С момента того, как она пересекет границу Китая, там где-то 10 дней, я примерно считала, 10 дней, может, неделя выходить. Вот. По Китаю ходит где-то 4 дня максимум. Вот. Поэтому через 2 недели, максимум 3 недели, но вот другие мои поставки до сих пор мы ждем. Вот. Поэтому иногда бывает, чуть-чуть ждем с ожиданием, иногда ожидаем подольше. Ну, а так, в принципе, доставка Пиндоудо нормальная. Получаю я у Оливии, там, где, получается, моя мама работает в ателье, у них там магазин, вот, и там она занялась этим Пиндоудо. Таобао, кстати, тоже буду через нее получать. 1 килограмм 3,5 доллара. Вот. Сразу, когда заказ приходит, или я сразу мне звонит, говорит сумму, взвешивает, вот, весы все верные, лишнее не накручивает, поэтому кто в Таразе, рекомендую заказывать через нее. Вот сегодня, например, я заехала в Жанапост узнать насчет Таобао, как добавить пункт. Там говорят 3,99 долларов. Хоть Пиндодо, хоть Таобао, видите как. Поэтому Таобао тоже буду заказывать через Илью, только вот надо как-то найти ее пункт. Ну, если не получится, позвоню другой карго, сколько у них. Но лучше, конечно, платить 3,5 доллара, чем 3,99. Вот такие мои покупочки на сегодня. Как вам? Оцените. Пишите комментарии, если будут какие-то у вас вопросы, задавайте. Всем пока-пока.